16 марта с 18.00 указ вступает в силу. Цель предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции до 12 апреля запрещено проведение культурных, спортивных и иных мероприятий на открытых площадках, в закрытых помещениях. Числом участников более 1000 человек. Руководителям организации всех форм собственности, а также органам местного самоуправления рекомендуется воздержаться от проведения деловых, культурно-массовых, спортивных мероприятий и участия в выездных мероприятиях за пределами нашего региона. Кроме того, 17 марта на территории региона введен режим дистанционного образования для школ, колледжей и всех вузов. И за